Всем доброго времени суток, и вы смотрите «Пивное время» с Витосом. Сегодня у нас довольно-таки необычный выпуск, а необычен он тем, что впервые я буду обозревать сидр, а именно яблочный, от бренда «Пятый океан», который варит непосредственно московская пивоваренная компания. И, дорогие друзья, спешу я вам его представить. Вот так вот он выглядит. Довольно-таки свежо. Бутылка у нас идет в формате шампань объемом 750 мл. Давайте же поближе ознакомимся с ним. Значит, сидр сухой, непастеризованный, осветленный, Пятый океан яблочный сидр. В состав у нас входит вода, яблочный концентрированный сок и дрожжи. Также он сделан из восстановленного яблочного сока. Хранится он у нас 2 года, так как имеет естественное дображивание в бутылке. Вот так вот. Алкоголя в нем 6.0. То есть ровно шестерочка. Ну что ж, давайте же уже откроем, посмотрим, какой он на цвет, и почувствуем его аромат. Я думаю, самое время. Ой, сразу идет. Как она вылетела, в отличие от предыдущих выпусков, где ее было очень тяжело достать. Тут же совершенно другое дело. Давайте же нальем, посмотрим, какой он на цвет. Да, пока что у нас одна пена. Это даже несмотря на то, что я его охлаждал в морозилке где-то час. Видите, да? Давайте подождем, пока пена осядет, дольем в бокал и начнем уже его тестировать. Ну что ж, в принципе, уже пена у нас осела. Кстати, довольно-таки быстро, в отличие от Элли, от этого же бренда. Видите, да, вот вообще прям махом. Значит, пена у нас средней зернистости, и карбонизация, я скажу вам, сильная. И как мы можем наблюдать, имеет соломенный цвет, а точнее просто цвет яблочного сока. Ну что ж, в аромате чувствуется яблоки, и вы знаете, вот аромат винный. Это за счет того, что при варке добавляли винные дрожжи. Да. Ну что ж, всем, кто выпивает, хорошего настроения, и, дорогие друзья, за вас! Честно говоря, возможно, из-за большой газированности, да, оно мне напомнило шампанское. Сразу хочу сказать, что в сидрах я не специалист, то есть я крайний раз пил сидр, наверное, лет назад 5, а то и, может быть, даже и 6. То есть, как бы, и за всю жизнь я пил сидр, ну, раз, наверное, 5. Так что, в принципе, для меня это в новинку. А так, в целом, да, отчетливо ощущаются, знаете, такие свежие яблоки и сухое послевкусие. И, кстати, вот, совсем забыл сказать про цену-то. Значит, данная бутылка объемом 0,75 стоит 180 рублей 4 копейки. Не могу сравнить вот в ценовом сегменте, сколько стоит сидры от других компаний, но 180 рублей это, в принципе, немало. Хотя я не знаю, сколько стоят аналоги. Ну вот хоть убейте, а вот напоминает мне шампанское. Правда вот. Ну что ж, готов я вынести ему оценку, и поставлю я данному сидру Пятый океан 4,5 балла. Так как, к сожалению, сравнивать мне его не с чем. И сидров как таковых я в жизни не пил, но этот мне понравился. Но, конечно, такое содержание
алкоголя это все-таки на любителя, то есть кому-то он покажется крепким. Кстати, напишите в комментариях, может быть кто-то из вас уже этот сидр и пил, как он вам, будет интересно ваше мнение. И на этой прекрасной ноте давайте же завершим обзор. Всем удачи, не болейте, всего вам хорошего. Скоро увидимся, до новых встреч. Пока!